Всем привет! В этом видео хочу показать вам свои пустые баночки за июль. Баночек не очень много, потому что 2 недели меня не было в городе, но все-таки их немало. Среднее такое количество. Давайте приступим, начнем с ухода за волосами. Подошел к концу сухой шампунь от марки Batiste, версия Nights. Мне этот сухой шампунь понравился, он работал так же, как все батисты, которые я когда-либо использовала, придавал визуальную чистоту волосам, придавал объем, приятный аромат у этого сухого шампуня, такой сладковатый на волосах, отдушка долго не задерживалась. Да, естественно, была белая пудра, все батисты этим грешат, но от нее легко избавиться с помощью специального средства или с помощью чистого полотенца, да и просто руками эта белая пудра прекрасно удаляется на моих светлых волосах после некоторых манипуляций, она незаметна. Возможно, для тех, у кого волосы темные, это будет некой проблемой, но для меня эта белая пудра проблемой не является. Батисты я люблю, да, они стоят не бюджетно, но в разных магазинах можно поискать какие-то акции и купить относительно недорого. За качество я готова платить. У меня дома есть небольшой запас сухих шампуней от этой марки, но нужно будет за холодное время года, когда я реже пользуюсь сухими шампунями, этот запас пополнить. Также у меня закончилась вот такая вот симпатичная парочка. Это шампунь и кондиционер от корейской марки Tenge Mari, линейка Yellow Blossom. Объем каждой упаковки 70 мл. Эти средства направлены против выпадения волос. Продаются они в подружке, стоят не очень-то и бюджетно. Так, давайте начнем с шампуня. Он желтый, прозрачный, гелевый, прекрасно пенится, очень экономичный. Вот этой упаковочки мне хватило дней на 10, может быть, на 12. Это с учетом того, что я промываю волосы 2 раза. Да, впечатлилась я таким небольшим расходом, и этот шампунь вполне можно рассматривать как дорожную версию в путешествии на 2 недели, с учетом того, что я мою волосы в поездке не ежедневно, мне такого объема за глаза хватит. Так, что еще можно сказать о шампуне? Он промывает волосы до скрипа, он их не то чтобы спутывает, но пальцы по волосам не скользят, кончики при этом не сохнут. Не самый деликатный шампунь, но в целом неплохой. Особенно учитывая, что кондиционер прекрасно справляется с тем, чтобы сделать волосы мягкими, гладкими, шелковистыми, чтобы они не пушились, да, он и это делает, прекрасно распределяется, прекрасно смывается. Но вот хватило мне этой упаковочки на меньшее количество применений. Дело в том, что если брать кондиционера примерно столько же, сколько и шампуня, чтобы эти средства одновременно закончились, то мне недостаточно того, что я получаю. Я раза два пыталась этот минимум кондиционера по волосам распределить, они у меня не очень-то и длинные, и мне было сложно, мне не понравилось. И раза 3 или 4 я наносила этот кондиционер в большем количестве, он у меня поэтому быстро разлетелся. Для поездки я эту покупку не рассматриваю, невыгодно, нужно 2 такие упаковки брать к 1 шампуню, лучше что-нибудь бюджетное присмотреть. Аромат у этих средств достаточно своеобразный, но я к нему довольно быстро привыкла. Качество меня порадовало, но, конечно же, на косметическом рынке можно найти аналоги. Хотя более бюджетные шампуни, которые также хорошо промывают волосы, они почему-то у меня довольно быстро разлетаются и в большем количестве добываются, они не такие густые, поэтому, в принципе, купить этот шампунь в полной версии, 400 мл, цена рублей 600-800, это более-менее еще куда ни шло. А вот покупать такой кондиционер в полной версии или маску, они примерно одинаково работают, я не знаю, советовать вам или нет, смотрите сами. У такого кондиционера аналогов на косметическом рынке вагон и маленькая тележка. Например, не хуже, чем этот кондиционер, на моих волосах работала вот такая маска для волос от марки Кафе Мими. Кокос и лотос – это маска для поврежденных и окрашенных волос. Она должна восстанавливать, питать, придавать какой-то необычайный блеск волосам и прочность. Но что я могу сказать? Маска
просто увлажняет волосы. После вот этого шампуня она их смягчает, они гладкие, шелковистые, прекрасно расчесываются. У маски приятный аромат, по крайней мере, мне аромат, вот это сочетание кокоса и лотоса у кафе Мими нравится. Этот аромат остается на волосах продолжительное время. Маска волосы не утяжеляет, они быстрее не пачкаются. Хорошо она наносится, хорошо смывается, хорошая и достаточно бюджетная маска за 100 мл, меньше 100 рублей в подружке. Да, я впечатлена, я уже купила новую. Мне не нравится упаковка, она не самая удобная в применении, но я купила в фикс-прайсе маленький пищевой контейнер на 125 мл и буду просто подобные маски туда перекладывать и наносить удобнее и, опять же, удобнее дозировать. Да. Так что я советую присмотреться к масочкам от кафе Мими, они неплохие. В поездку с собой я брала ампулы от марки Pantene Pro V. 3 ампулы в коробочке, они у меня закончились, коробочку я, естественно, оставила дома. Но в видео, где мы собирали косметичку в отпуск, я вам эти ампулки показывала. Не в первый раз, кстати, в поездку я такие брала, мне... В принципе, удобно такими ампулами пользоваться. Объем каждый 15 мл я делила пополам, и мне этих 3 ампул хватило на 6 раз. Наносить нужно это средство на 1 минуту. У того продукта, который находится внутри этих ампул, достаточно приятный аромат. Сама маска по волосам прекрасно распределяется, а вот смывается она не так уж и быстро. Какое-то ощущение силиконов на волосах остается, потому что в составе силиконы их много, из-за чего волосы не имеют какого-то объема, они чуть-чуть такие прилизанные, что ли. При этом, когда я начинала волосы укладывать утюжком, они начинали дико пушиться. Мне это и не очень понравилось. Своеобразная такая вещица, с одной стороны, не в первый раз покупаю, значит, мне когда-то понравилось. С другой стороны, я наигралась с этими ампулами, еще раз приобретать не буду. Эту коробочку я когда-то покупала на Яндекс.Маркете специально для поездки. Ну, вот, воспользовалась, закончила эти ампулы и больше приобретать не буду. Нам почти ничего производитель не пишет про эти средства. Интенсивная формула, укрепляет. Ну, разглаживает волосы, да. Про укрепление ничего не скажу. А я слышала, что если нанести содержимое этих ампул на волосы и оставить на полчасика, то волосы будут просто как новенькие, такие они будут хорошие, замечательные. Но я не знаю, если волосы осветленные, такие сухие, то, возможно, да, они по качеству будут лучше, красивее, такими будут шелковистыми, гладкими, волосок к волоску. Но если волосы нормальные, за полчаса это средство, скорее всего, просто банально утяжелит волосы, перепитает их силиконами, и они будут висеть непонятными какими-то чуть ли не грязными прядями. Ну, по крайней мере, мне так кажется, возможно, я ошибаюсь. Но в любом случае, не советовать я эти средства вам не буду, смотрите сами, не покупать повторно. Лучше буду брать с собой какие-нибудь сашетки, масок, в составе которых нет силиконов, которые не утяжеляют волосы и снимают статику. Например, вот такие вот масочки я недавно купила на Wildberries, но эту я покупала в прошлом году в Ашане, но вы видели, я недавно запаслась, да. В Ашане, кстати, в прошлом году эта маска стоила 41 рубль за упаковочку. В этот раз мне удалось купить подешевле. Что я могу сказать об этой маске? Она чем-то похожа на маску от кафе Мими. Такая же легкая, увлажняющая, прекрасно наносится, прекрасно смывается. Никакой утяжеленности, никаких силиконов, нет никаких проблем, все замечательно. Объем 20 мл на один раз. Можно попытаться как-то разделить на два раза, но я не захотела так делать, за один раз все нанесла, но мои не очень длинные волосы как раз хватило. Аромат приятный, действительно пахнет кокосом. Меня устроили эти масочки для путешествия, мне кажется, очень неплохой вариант и бюджетный, намного бюджетнее, чем маски от марки Pantene.
Также у меня закончился спрей с функцией термозащиты от марки Estée, линейка Sport и Fitness. Приобретала я, кажется, в прошлом году этот спрей, 2 года подряд им пользовалась, нерегулярно, только летом, вот на 2 лета хватило. Мне это средство понравилось, оно действительно увлажняет волосы, оно позволяет волосам лучше расчесываться, ну и хочется верить, что действительно защищает от воздействия фена, либо же утюжка. Хорошая, доступная, нельзя сказать, что очень уж бюджетная, но поскольку я пользуюсь нечасто, в принципе, могу еще раз приобрести такую упаковку, хотя я уже запаслась термозащитами и на следующее лето, и на то, которое будет потом, ну, в общем, на 5 лет вперед, одним словом, да. Пользовалась большим удовольствием. Куплю или нет еще раз, не знаю. Когда-нибудь мои термозащиты закончатся, тогда уже буду думать. Теперь давайте перейдем к уходу за телом. Здесь вообще минимум средств. Начнем с геля для душа. У меня всего лишь один закончился. Это гель от марки Сенсотерапия. Соблазнительный. С сочным манго и бананчиком. Такой он симпатичный, такой завлекательный, привлекательный. Ушел он у меня в качестве жидкого мыла для рук. Недели за две. Да, разлетелся здесь 230 миллилитров. Не понравился по аромату абсолютно. Ни манго, ни бананчика я не чувствую. Что я слышу в этом геле? Это какой-то кислый ананас. И эта кислота ананасовая, она настолько явная, она настолько яркая, что просто до оскомины. Даже слюноотделение начинается во время использования. Естественно, мыться целиком таким гелем я не смогла бы. Ну, как жидкое мыло для рук использовала, в качестве жидкого мыла это средство показало себя очень хорошо, гель прекрасно пенился, хорошо очищал руки, при этом он их не сушил. Нареканий в этом вопросе нет, но отдушка могла бы быть, конечно, и поинтереснее. Второй раз такое средство я не куплю. Следующая пустая баночка – это скраб-мусс для тела от марки Neutrale. Называется он тыквенный латте со специями. Да, скраб сахарный, 250 грамм. Я покупала в Галамарте за 120 рублей. У меня был купон на 20% скидку. Знаете, за 120 рублей очень хороший скраб. По аромату он, конечно, не летний, больше, я бы сказала, зимний, но аромат не яркий, очень приятный, такой какой-то съедобный. По воздействию скраб тоже не летний, для верхней части тела он мне не подошел, частички были достаточно жесткие, хорошо кожу скрабировали. Я использовала этот скраб для живота и для бедер. На этой области скраб был менее дерущий. Он такой был средненький, средненько скрабировал, и средненький был массаж. Ну, на четверочку, скажем так, именно для живота и для бедер. А вот для верхней части тела была бы твердая пятерка. Если когда-нибудь еще я встречу такой скраб, я его, конечно же, куплю. Но главное, чтобы он мне попался по столь же низкой цене. За 300-400 рублей я его приобретать не буду. Да, кстати, забыла упомянуть, текстура у этого скраба была достаточно своеобразная. Она как-то тянулась, сама к себе прилипала, немножечко разлетался скраб по ванной, но я к нему приноровилась, я его доиспользовала, и я осталась им довольна. Ну и последнее средство по уходу за телом. Это спрей от Avon из линейки Encanto, парфюмированный, который называется «Коралловая магнолия». Я почему-то думала, что мне этот аромат очень понравится, что он будет такой интересный, сладковатый, летний. Но аромат оказался достаточно для меня спорный. Он цветочно какой-то кисловатый, что ли. Приятный, конечно, но не совсем мое, я бы так сказала. Спреи из этой линейки фиолетовый, фиалка кремовая или голубой, мне понравились намного больше. Простоял этот спрей у меня достаточно долго, я пользовалась им не ежедневно, так под настроение. Ну вот, наконец-то он у меня закончился. Я решила, что больше скрабы из линейки Encanto я приобретать не буду, хотя они, в общем-то, заслуживают вашего внимания, потому что за счет своей парфюмированности держится на коже больше, чем спреи из линейки Naturals, либо же Senses, и вполне в состоянии заменить духи домашние, например.
Теперь давайте перейдем к уходу за лицом. Подошла у меня к концу мицеллярная вода от марки Cotton Club. Покупала я ее в фикс-прайсе. Линейка Культура Органика. Limited Edition. Специально для фикс-прайса, видимо, эту мицеллярку и делали. 33 рубля за 100 мл я отдала. 33 рубля. Знаете, мицеллярка оказалась очень хорошей. Мне писали, что кто-то эту мицеллярку попробовал, впечатлился и закупился от души. Я вот не закупилась, не скажу, что сильно об этом жалею, но все-таки можно было бы парочку таких баночек в запас это взять по столь низкой цене. Ну да ладно, давайте вернемся к этой мицеллярке. Написано, что она бережно снимает макияж со всего лица. Макияж я ею не удаляла, но консилер, брови, тушь и тени она действительно снимает хорошо. Глаза она мне не щипала, никаких претензий к этому нет. Действительно бережная. Да, я не терла глаза без трения, здесь тоже нас не обманули. Ну, про то, что она тонизирует, увлажняет кожу лица, я не скажу. В составе алоэ, лотос, каштан, как здесь, по крайней мере, написано, ну, может быть, они там и есть. Да, в общем, в целом и общем, хорошая мицеллярка. Как бы мне хотелось вам ее порекомендовать, жаль, что я не могу этого сделать по причине ее отсутствия в магазинах фикс-прайс. Грустно, но что поделать. Надеюсь, что-то похожее, столь же бюджетное и столь же хорошее там когда-нибудь появится. 100 мл – это тот объем, который меня больше всего устраивает. Мне хватает такой упаковочки на несколько месяцев. После удаления макияжа я обычно доочищаю кожу с помощью разного рода пенок. Вот подошла у меня к концу как раз такая пенка от марки Evelyn Cosmetics, нежная кокосовая. Объем 150 мл, покупала я ее, наверное, дороговато. Мне ее хватило больше, чем на 3 месяца. Что я могу об этой пенке сказать? В целом она неплохая. Стандартная базовая пенка, не густая, не жидкая, до локтя не стекает, да, очищает кожу хорошо, особо кожу не пересушивает. Про то, что она увлажняет и освежает, ну это, извините, байки, ни одна пенка сульфатная так сделать не может. Про успокаивание раздражений тоже не скажу, у меня каких-то особых раздражений на коже-то и не было. Подходит она для всех типов кожи, ну, работает неплохо. В целом нормальная пенка. Недостаток ее заключается в том, что она неприятно пахнет. Это не сладкий какой-то кокос, а подгнивший. Да, подгнивший кокос. Пользоваться можно, но это не весело. Да, именно по этой причине второй раз данную пенку я не приобрету. Поищу что-то более интересное по аромату. Поездку я с собой брала прессованные пенки от марки Lution, когда-то запаслась, и вот теперь постепенно свои запасы трачу. Эту пенку, к сожалению, уже не приобрести нигде, ни на Wildberries, ни на Озоне, нигде ее нет, и аналогов нет, и я не понимаю, почему никто снова не начинает делать и продавать такие пенки. Мне кажется, все путешественники скупали бы эти пенки просто пачками, потому что это очень и очень удобно. Можно брать их в самолет, они не утяжелят багаж, и можно брать их вручную кладь. Никаких проблем с ними нет. Они прекрасно пенятся, в упаковке 10 штук, хватает на 10 применений. Кожа очищена, не пересушена, все замечательно. Я очень надеюсь, что когда-нибудь эти пенки снова появятся в продаже, я снова их приобрету, ну, потому что запасы-то у меня не такие уж и большие, этих пенок. Хотелось бы эти запасы пополнить. Подошел у меня к концу увлажняющий тоник для лица от компании Florissan. Огуречная вода. Покупала в фикс-прайсе 79 рублей за 300 мл. Очень бюджетный тоник. А я бы сказала, что он базовый, он тонизировал кожу, да, очищал ее, подготавливал к дальнейшему уходу, особо кожу после высыхания не стягивал, тоник как тоник, он мне, честно скажу, приелся, очень большой объем, я им пользовалась по вечерам, довольно своеобразный аромат этот тоник пахнет, свежепросольными огурчиками, но все-таки я его за несколько месяцев добила, и в ближайшее время повторять покупку я не планирую. Честно, я даже не знаю, продается он сейчас где-то, либо же не продается, но у меня тоников достаточно. Но в целом
нормальный тоник, к нему вполне можно присмотреться. Следующее, что у меня закончилось, это отшелушивающий сахарный скраб для лица и губ от марки Vitex, линейка Кашемир. Маленький объем, 50 мл, цена не очень бюджетная, но мне этого средства хватило надолго, я им пользовалась один раз в неделю. Мне этот скраб очень понравился, у него приятный, слегка разогревающий эффект. У него хорошие частички, есть крупные сахарные, но их мало, есть мелкие кремниевые, вот их очень много. И если во время скрабирования не обращать внимания на крупные сахарные частички и между ними пробираться пальцами и полировать кожу за счет кремниевых частичек, то потрясающе получается отшелушивание кожи после удаления данного продукта с лица. Очень мягкая, очень гладкая, очень приятная. И для губ этот скраб тоже прекрасно подходит. Мне он очень понравился. У него аромат такой интересный, приятный. Цвет розовенький, вкус тоже есть такой сладковатый. Классная вещица, но я слышала не очень хорошие на этот скраб отзывы, кому-то он не понравился. Возможно, тот, кто давал свой отзыв, ожидал такого мощного скрабирования, как от какого-нибудь более жесткого скраба, а на мелкие частички внимания практически не обращал, и результат получил не тот, на который рассчитывал. Но я советую вам все-таки обращать внимание именно на мелкие частички, хорошенечко отполировывать свою кожу за счет этого скраба, и эффект вам должен понравиться. Ну, если вы, конечно, захотите этот продукт попробовать. У меня еще одна упаковочка в запасе, кстати, чему я очень рада. Ну и последняя пустая баночка в категории уход за лицом. Это глиняная маска от марки Yves Rocher. Она с перечной мятой био, подходит для комбинированной и жирной кожи, 75 мл объем, цена на момент покупки была немаленькая, больше 1000 рублей. Пользовалась я, кстати, достаточно долго этой маской, я ее чередовала с другими, где-то 1-2 раза в неделю наносила. Вот. Чуть-чуть еще осталось, но этого маловато, конечно. У этой маски довольно приятный аромат, она хорошо распределяется по коже, достаточно плотненько, тонизирует кожу, схватывается каркасом, ее нужно держать всего лишь 5 минут, смывается очень легко, стягивает поры, осветляет темные точки, но вот какого-то оздоровления кожи я, к сожалению, от этой маски не увидела, ну, либо же я просто невнимательная. Я считаю, что эта маска стоит слишком дорого для того, как она работает на моей коже. Салициловая маска от марки Propeller стоит в разы дешевле, работает при этом, как мне кажется, на мне лучше. При этом, кстати, не схватывается каркасом и как-то комфортнее мне с ней. Я делаю выбор в пользу той маски, а эту второй раз я покупать не буду. Я не понимаю, почему за эту маску просят столь высокую стоимость. За маску Pure System от Yves Rocher или за маску Sebo Vegetal, опять же, от Yves Rocher, которые сняли, к сожалению, с производства, я, возможно, заплатила бы 1000 рублей. А вот за эту маску не хочу и не буду. Мы уже почти на финишной прямой, переходим к уходу за руками, ну и за ногтями в том числе. В этой категории у меня подошла к концу жидкость для снятия лака «Капля радуги». Это жидкость без ацетона, большой объем 150 мл, невысокая цена, продается эта жидкость в гипермаркете Окей, рублей 60, что ли, она стоит. Недорого. Моя любимая ласка из Океев пропала, но появилась там капля радуги, которая работает абсолютно точно так же. Хорошо смывает глянцевые перламутровые лаки, не сушит кутикулу, не сушит ногтевую пластину, относительно адекватно пахнет. Хватает надолго, дешево и сердито. Не в первый раз приобретаю, естественно, продолжу это делать. Также у меня закончился крем для рук от марки Фитокосметик. Это линейка Фитобомба, крем-масло для рук с манго и облепихой. Уже не в первый раз я вам показываю такую упаковочку. Очень люблю я этот крем брать с собой в поездки. Эту брала как раз, но недоиспользовала. Привезла обратно, дома уже добила. Чем мне нравится этот крем? Ну, во-первых, у него маленький объем, 24 мл, это очень удобно.
Во-вторых, этот крем прекрасно подходит в качестве вечернего. Он действительно такой маслянистый, он очень хорошо питает руки. Утром руки чувствуют себя замечательно. Носить такой крем с собой в сумочке неудобно. Он достаточно долго впитывается, ну и маслянистую пленочку оставляет. Я довольна этим кремом, мне нравится его аромат, яркий, сочный аромат манго. К сожалению, на моей коже этот аромат трансформируется, становится чуть-чуть кислым, но я этому крему данный недостаток прощаю. На данный момент у меня в запасах такого крема нет, но я видела его в продаже, стоит он относительно недорого, и, возможно, для следующего отпуска я приобрету еще один такой крем, а может и не один. Ну и последняя баночка в этом видео – это средство уже по уходу за ногами, а именно скраб для ног от марки Эль Косметикс «Черешня». 150 грамм в упаковке, покупала в прошлом году в Галамарте, 85 рублей за баночку. Отличная цена для отличного скраба. Мне этот скраб нравится, это уже повторная покупка. Скраб этот сахарный, ярко-розового цвета, очень приятно пахнет. Ну как приятно, мне нравится, как он пахнет, так ярко, черешней, даже косточками вишневыми. Но кому-то этот аромат может не понравиться, тем более, что при использовании он еще и усиливается, как-то заполняет собой пространство и может кого-то даже придушить. Но я ничего ужасного в этом не увидела, с удовольствием пользовалась. Частички достаточно жесткие. Конечно, этот скраб не дает полноценного скрабирования, как скрабы с абрикосовыми косточками, либо же с пемзой. Но очень хорошее полирование кожи, особенно если его наносить на слегка влажные ступни. И прекрасный массаж также еще получается. Я довольна этим средством. Может быть, в этом году получится попасть в Ашан, и если там такой скраб будет в продаже за адекватную стоимость, то я, конечно же, повторю покупку. Может быть, даже не одну баночку возьму, а сразу парочку. Вот такое количество пустых баночек закончилось у меня за 2 недели. Естественно, в поездке у меня тоже какие-то средства заканчивались, я их там же, в общем-то, в отпуске и оставляла. Домой я эти банки не везла. Но есть несколько средств, которые я привезла домой, которые я еще недоиспользовала. Их я вам покажу, наверное, в следующем месяце. Но это будет уже потом. Данное видео, пожалуй, я на этом закончу. Надеюсь, оно было для вас интересным. Большое спасибо за то, что вы его посмотрели. Всем пока!